Так, сегодня у нас получается 20... Ну, конечно, вы уже одели намордники. 25 апреля. Только включаете видеозапись. Ну, это уже... Ну, собака спокойно в наморднике, ну, на поводке. Ну, ни одного, конечно, человека. Конечно, для вас она уже в наморднике. Вот, конечно. Смотрите, она даже сейчас на вас не обращает никакого внимания. У меня видеожетон. Я поняла, что у вас видеожетон, ради бога. Я как бы, ну, для себя больше, скажем так. Я не согласна с вашим вот... доводом, да, я вам тоже показываю, что я статью вам в законе, также сохраненную статью показываю, правильно? То есть с официального сайта. Просто, чтобы... Что собака должен быть намордник, иметь при себе намордник, верно? И на поводке, не превышающем 2 метров, в случае необходимости подтягивается на безопасную длину поводок и одевается намордник. Вы подъехали, я вам сразу сказала, подождите минутку, одела намордник, правильно? Ну, пойди, так, да? Так было. Но то есть... Она у вас должна уже быть... Это лабрадор. Постоянно. Это лабрадор, это не опасная порода. Список опасных пород... Рада, нет. Ко мне подойди. Рядом. Список опасных пород я вам тоже показала. Ну, согласны? Я понимаю, если бы это там какая-то порода была опасна, это лабрадор. Хорошо, вот. Просто для вас будьте всегда в наморднике. Все хорошо. Хорошо? Постараемся, ну вы тоже понимаете, что в жару все, собаки. Ладно, хорошо. А можно еще раз расскажите, я даже ваше лицо не снимаю, как бы ни имя, ничего сидеть. Расскажите, как мы должны гулять? Мне просто вот интересно, вы сейчас про клетку рассказывали. Я кинологу нашему покажу. Ну вот, допустим, собака, вы вышли из дома, да? Да. Достали вольер, угу. Поместили, ну, клетка его туда, да, угу. В машину. Сопроводили, угу. И вот в отведенное место специально. Старый парк. Где, да, старый парк, угу. Завели в этот котел. Хорошо, у меня нет машины, я должна это на такси делать. Да, на такси. Угу. Положили куда-нибудь, ну, в багажник то же, угу, самое, и отвезли в старый парк. Угу. В старом парке ведете, допустим, вот это, не вытащили уже собаку? То есть прям с клеткой, да, я ее, да, вот эти 40 килограмм, да, счастья, да, да, должна 40, донести. Вот ведете, угу, до этого котел. До вольера. Старого парка, угу, да, вольера. Все, заносите, двери закрываете за собой и... Все понятно. Все вот. Хорошо, спасибо. Вот это вот спасибо, конечно, за рекомендацию, но я говорю, собаки тоже разные.